Всем привет, с вами снова Влад и добро пожаловать на очередной урок оригами. И в сегодняшнем уроке мы будем создавать с вами вот такого замечательного голубя мира из бумаги. И приступим к созданию этого голубя. Итак, возьмем лист А4 и сделаем из него квадрат. Вот таким вот образом берем и вот так по диагонали сгибаем наш лист бумаги. Вот так берем, проглаживаем все хорошо пальцами. Есть, и вот что у нас должно получиться. Теперь возьмем ножницы и отрежем лишнее. Итак, есть, мы лишнее отрезали, уберем его в сторону. И вот у нас получился вот такой вот треугольник. Если мы его развернем, то мы видим, что у нас получился вот такой вот квадрат. Итак, если у вас был отдельно уже квадрат, и он не был согнут по диагонали, берем квадрат и сгинаем вот так по диагонали. И вот у нас должен получиться вот такой вот треугольник. Теперь мы должны наш треугольник согнуть пополам, таким вот образом. Берем и сгинаем. Так, согнули, прогладили обязательно пальцами. Есть, у нас получился треугольник поменьше. Теперь возьмем за один край нашего треугольника и поднимем его вверх. Таким вот образом. Так, согнули, прогнули пальцами. Переворачиваем нашу фигуру. И точно так же делаем с этой стороны. Возьмем край и вот так вот сгибаем вверх. Так, проглаживаем пальцами. И вот у нас должен получиться вот такой треугольник, только поменьше. Теперь что мы делаем? Мы возьмем один из вот этих вот углов нашего треугольника, как мы видим, среднего, и поднимем его вверх. Итак, подняли, прогладили хорошо вот так вот пальцами. И отвернем наш треугольник обратно вниз. Возьмем за один край нашего вот этого листа, как мы видим, их тут несколько. Возьмем и отгинаем вот так вот в сторону. И мы видим, что у нас есть вот такие вот изгибы. Берем по вот этому вот изгибу, сгибаем наш лист вверх. Проглаживаем обязательно пальцами. Есть. Вот что у нас должно получиться. Теперь по вот этим вот изгибам, только в обратную сторону, сгибаем наш лист бумаги в эту сторону. Берем. Проглажу наши изгибы в обратную сторону, а не так, как они у нас сейчас. Так. И сгинаем наш лист бумаги вот таким вот образом, чтобы получилась вот такая вот фигурка. Так. Теперь переворачиваем наш лист бумаги и сделаем то же самое, только с этой стороны. Возьмем вот так вот такой уголочек, сгинаем вверх. Прогладили пальцами, разворачиваем обратно наш уголочек. Теперь отвернем один край листа бумаги. Вот отвернули. Вот что у нас должно получиться. Теперь по вот этой вот линии сгибаем наш лист вверх. Согнули, прогладили обязательно пальцами. И теперь в обратную сторону наших изгибов сгибаем наш лист бумаги вот таким вот образом. Так, хорошо их прогладили наши изгибы. Так. И вот что у нас должно получиться. Типа вот такой вот лодочки должно у нас выйти. Теперь возьмем за один край нашего листа, вот там, где их много, берем один край и вот таким вот образом вверх отгибаем. Это у нас будут крылья нашего голубя. И вот что должно получиться. Перевернем наш лист бумаги и точно так же отвернем это крыло вот так вот вверх. Итак, отогнули. Есть. Теперь сделаем голову нашего голубя, то есть клюв. Возьмем вот этот край нашего листа. И вот так вот берем, загибаем где-то, я думаю, вот так вот. Согнули. И теперь перевернем наш лист бумаги и согнем в обратную сторону точно так же. Есть, согнули. Теперь перевернем наш лист бумаги. У нас тут есть, как мы видим, снизу вот такой вот разрез. Засовываем сюда палец и вот так в обратную сторону выгибаем нашу голову, нашего голубя. Берем вот так вот и чуть-чуть подправляем пальцами, если нужно. И вот что у нас должно получиться, какая у нас голова. И вот такие вот крылья. Есть. Теперь что мы делаем? Мы должны сделать хвост нашего голубя. Вот, как мы видим, он у нас сзади должен быть. Берем за вот этот вот край нашего листа. И вот до вот этой вот линии мы должны его согнуть. Вот так берем. Вот так вот. И сгинаем, проглаживаем обязательно пальцами. Теперь также перевернем нашего голубя и согнем в обратную сторону. То есть намечаем изгиб. Итак, согнули. Теперь что мы делаем? Мы должны раскрыть наш хвост. Берем вот так вот пальцами, открываем серединку. Так, где она у нас тут? Вот так вот. И возьмем по вот этому изгибу, вот так вот раскрываем наш хвост. Так вот берем. Так,
поглаживаем тут пальцами, если нужно. И вот что у нас должно получиться. Вот. Вот что у нас должно выйти. Теперь точно так же берем вот этот вот край второй. Берем, загибаем его вот так в обратную сторону. Хлопс. Или же вот так вот переворачиваем наш лист бумаги. Вот что у нас должно было быть. И заворачиваем в эту сторону наш хвост. Так, проглаживаем вот так вот пальцами. Хорошо. И все, наш голубь готов. Осталось только вот так чуть развести ему крылья для большего эффекта. И вот у нас-то какой голубь замечательный получился, как мы видим, с такими вот крылышками и вот таким замечательным хвостом. И вот, в принципе, и все. Итак, с вами был Влад, прощаюсь с вами. Не забудьте подписаться на мой канал и просматривать мое видео, а также оставлять лайки и комментарии. И до новых встреч, пока!